Так, что ж, ребят, всем снова здравствуйте, с вами Дарди, мы продолжаем играть в игрушку Сага. Вот, это новая игрушка ВКонтакте. Привет, герой, ну что, пойдем спасать мое королевство, хорошо? Спеши, налетай, горячее приложение на монеты, 200 монет всего за 2 голоса. Пока что не будем брать. Зато вот эти можно монеты бесплатно взять. Пригласить друзей. Нужно одного друга пригласить. Отлично. И получу много золота. Что у меня тут есть? Способности, оружейное, инвентарь. Тут чат, можно поздороваться. Привет, допустим. Давайте поздороваемся. Привет. Или вот так. Хэ? Не. Хэ. Гей. Хэ гей. Друзья. Хэ гей, друзья. Нет, нет, никого. Я не гей. Так, отправить уведомление, спасибо. Так, тут можно покупать 4 голоса, 100 монет. А нам предлагают за 2 голоса взять 200 монет. Так, инвентарь, что у меня тут есть. Капюшон есть, у меня ржавый панцирь, деревянные наручники, матерчатые перчатки, также тренировочный меч у меня есть. Ну, в общем, вот так я вот нарядился. Давайте в бой уже пойдем. Так, отлично. Чувак, ты чё залип? Чё-то реально он залип. Это не айс. Так, отлично, продолжаем. А, я хожу вперед-назад. Давай, давай, бей его. Не знаю, справимся мы, нет. Так, такой вот хулиган идет. Страшный злой хулиган. Сколько же вас тут много? Давай, давай, бей. Награда 3 монеты. Можно рассказать друзьям. А давайте расскажем. Пускай знают. Это что, я 7 раз типа победил? Или как это понимать? Есть оружие, есть способности у меня. Адское пламя испепеляет врагов вокруг героя. Урон 20. Вход, броня, стоимость обучения 500 монет. У меня нет 500 монет, необходимо 300 маны. 1000 монет, 2000 монет. Пока что у меня нету таких денег. Пойдемте в оружейную, может, что-нибудь тут купим. Может быть, давайте меч купим. Блин, все сильно дорогое. Нифига себе, это брутальный меч. Нужно много денег. Нифига себе, 1000 монет. 1700. 3000 монет. Жесть, смотрите. Какие щиты тоже брутальные. Доспехи очень, конечно, классные. Это вот если мы на максимум разовьемся, какие у нас будут и башмаки, ну-ка, и ремень, смотрите, какой блатной. Перчатки. Жесть, но мне пока что на это ничего не хватает. Даже на самое слабое оружие, наверное. 300 монет. Может быть, на щит? К сожалению, все, 300 монет стоит. Пока что мы с вами ничего не можем купить. Поэтому идемте далее. У меня здесь две микстурки с маной. Давай уже умирай. Ну хватит тебе притворяться. Жми, жги его. Чё, почему он не умирает? Надо на него жать. Нет смысла вот просто вот так махать, видимо. Тренировочный меч. Очень слабый. Айси, я выйду просто. Можно еще раз, ну ладно. Иди, чувак, иди уже. Давай, бей его, бей.
Кто ж такой живучий-то? Мы идем по дорожке. Бей его, бей, давай, давай. Все больше и больше. Все дальше и дальше мы пройдем. Блин, твою ж мать. Неужели я повержен? Ладно, давайте еще разок попробуем. Давай, давай. Ух ты, блин, их сразу двое. Это хреново, ребят. С двумя-то я точно не справлюсь. Награда 3000 монет. Победа. Я реально победил? Слушай, 8 раз я победил. Почему я дальше не могу пройти? Блин, мне надо реально что-нибудь купить, что мне поможет. За 100 монет ничего нету? Неужели нету? Самое дешевое это 200 монет пока что я нашел. 200 монет, да, самое дешевое. Вот. Вот так вот. Бесплатно монеты можно получить за друзей. Я думаю, я дальше навряд ли уже пройду. И способностей мне тоже не хватит. Мне на 500 монет. В инвентаре у меня тоже как-то не очень хорошо. Не ISO. Может, можно как-то продать их? Нет? Ладно, давайте еще раз попробуем поиграть. Ух ты, купеческий тракт. Задание, купеческий тракт. Давайте играть. Мне кажется, мы уже навряд ли сможем дальше пройти. Знаете, какой агрессивный наш герой. Давай, чувак, бей его. Бей же. Ух ты, отлично. Я победил. Продолжаем. Может быть, у нас получится как можно дальше дойти. Давай, смотрите, у него кровь идет. Давай, давай же. Может, быстрее нужно сжать? А реально еще нам надо дальше пройти. Мне как-то страхово. Блин, блин, я ж проиграю сейчас. Да, поражение, давайте еще раз. Я думаю, дальше мы уже навряд ли пройдем. Но попытаться стоит, почему бы нет. Вот волчара позорный, получай, получай по заслугам. Вот так тебе, вот так я тебе сделаю. Чувак, да. Вот как надо играть. Вот так ребята и играют. Настоящие брутальные мужики. Вот он ты кат. Получай, получай по пяткам. По пяткам тебе, по жопе. По дыхалку. Все-таки поражение, ребят. Проигрываем мы. Ну, 9 уровней мы прошли. Ладно, самый последний раз попробуем, получится или нет. И на этом с вами завершим эту игрушку, обзор Сага. Ну, а если будут, конечно, шикарные просмотры, будет смысл продолжать. Ух ты, блин, их двое. Давай, давай, пей, пей, пей. Не, вдвоем, конечно, они меня быстро забьют. А поражение, конечно, я так и думал. Вот, ну дальше мы с вами не пройдем, пока что-нибудь не купим, что-нибудь не улучшим. Вот, а улучшать нам пока что нечего. В общем, делайте выводы сами, пишите в комментариях, нравится вам видео или нет. Вообще, как вам игрушка, опишите, что вы думаете о ней. Вот, и также не забывайте ставить палец вверх, вы мне этим очень сильно помогаете. Пока что всем удачи, ребят, всем до скорого, пока-пока, еще увидимся.